Welcome back to my channel, господа мормоны. Привет на своем канале. Пришла мне сумочка с логотипом Мормышинг СПБ. Вот, как и обещал, делал на нее обзорчик. По фото многим показалось, она очень громоздкой. На самом деле же я ее получил. И такая она уж и большая. Ну, начнем, посмотрим, что в ней есть, а потом посмотрим, что туда поместится. В общем, вот такая вот сумка. Такой у нее тыльная сторона, прилегающая к телу, на пояс, на живот, так сказать, опирается, на талию. Подкладка такая сетчатая, расшитая, широкая, удобная. Значит, что здесь у нас есть? Спереди два кармашка. Один кармашек. Раз. Второй кармашек. Уже поглубже. Фурнитура, в принципе, мне нравится. Застежечки, качество. Так, третий кармашек отдел. Самый такой тут передний, глубокий. Что у нас здесь? Карман под напитки есть. Либо можно туда баночки со всякими мотылями понабросать. Так, эту я зря снял, наверное, застежку, да? Ничего, сейчас мы ее обратно оденем, ничего страшного. Вот, затягивать. Так, ну и основной карман. Он здесь у нас с пластиковой перегородкой, которую можно поднимать, опускать, делая дно жестким или мягким. То есть мы ее опустим, сумка станет шире, расположить приманки станет там удобней, дно появляется. Если же не надо, свернули, она у нас будет более тоненькая. Есть на задней стенке тоже еще один карманчик. Небольшой, можно туда еще что-то положить, приманки, не знаю, кому что нужно. Есть по бокам такие утяжечки, тоже очень хорошо, чтобы не откидывалась, а сумка держала форму. Есть такие утяжки, если битком набил, можно утянуть и подтянуть к себе. С этой стороны также подтянули, если не надо, ослабили. Здесь у нас есть две липучки сбоку. Продеваем сюда липучечка, вторая, то же самое с левой стороны. Одна у нас есть, петельки для всяких инструментов, если вдруг карабинчики подвесить с этой стороны, и с этой стороны также есть. Так, где-то два съемных модульных кармана. Значит, спереди тоже есть кармашечек, один на молнии. Здесь довольно глубокий еще один кармашек на молнии. Туда я уже закинул коробушку, которую показывал. Она что сюда прекрасно помещается, что ее можно под липучку засунуть, а сюда еще накидать. В общем, вместительный удобный кармашек. Так, это вот один модульный съемный карман. Так, и с ним идет еще второй. Значит, у нее здесь сетчатый кармашек, потом боковой продольный, вертикальный, так скажем, кармашек, и горизонтальный еще один, тоже на двух молниях. Очень удобно, что можно хоть право, хоть лево, хоть посередине. Также есть инструмент, одевается такая вот липучка широченная по всей длине. Значит, одевается она следующим образом. Сюда мы ее продели как-нибудь, потом просто опустили, и она по всей длине прилипла, прекрасно держится. А сюда, под этот, я одену сюда свой держак. Вот этот я одену держак сюда, будет у меня держак удилища, вообще огонь. В общем, сейчас напихаем в нее всего-всего-всего, посмотрим, что туда влезет. Чисто для мормышки мне достаточно той сумки, что у меня, выйти на набережную сейчас. А когда вдруг собраться с кучей коробок на микроджиг, на лайт, на ультралайт там может быть, вот тогда она и понадобится для стритфишинга и рыбалки, когда ты идешь не только за мормышкой, а ты думаешь, что возьму какую-нибудь универсальную палочку с тестом там до 2 грамм и покидай не только мормышку, но еще шарниры какие-нибудь там для этого теста. Поэтому очень удобно. А если ты поехал тем более куда-нибудь
на выездную рыбалочку своим ходом общественным транспортом, то эту сумку можно удобно либо в рюкзак будет закинуть набитую, приехал на водоем, одел на пояс, у тебя там все есть. Ну, либо же, если ты поехал без рюкзака, а просто по городу перемещаешься между водоемами в парках, то с ним на поясе прекрасно будет. Если собрался куда-то, поехал на какое-нибудь озеро неизвестной науки, где ты не был, что там водится, берешь с собой все, конечно же. Здесь вот это все сюда затолкать. Не знаю, что потом нужна будет с собой. Катушка со шпулями нужна будет. Потом что там, крепеж грудной для камеры. Сюда же можно будет положить. Потом саму камеру. Powerbank. Ну, этот держак, понятно, он на поясе будет, куда сувать нет смысла. Очки, полярики. Сюда положить. Так, эту коробку мы не будем сюда ложить, потому что не нужна нам. Грузики с этого, да, обязательно надо положить будет, то что если поехал обрываться, грамм полтора, два с половиной кидать. Это здесь. Вот плюс надо из этой сумки нам достать что? Переложить мотыля Беркли, Макси, переложить мотыля Беркли Мини. Вилкового парыша даже брать не будем. Не нужно грузики взять, да. Потому что здесь было, мормышки такие, там без насадки, это все вот этот саквояж, это кто-то засовывает с собой, но это просто, это у нас маленькие, да, чебурашки разборные, ох, я не знаю, как вот это все с собой брать, ну, конечно, все не возьмешь, будешь выбирать какие-то коробки оставлять, но сейчас я просто хочу проверить, что сюда в априори может залезть, если бы ты собрался прям конкретно, конечно же. Мне столько с собой не нужно, так как прошел сезон мормышки. Light, Ultralight, MicroJig. Все это убираем в сторону. И ловим мы мормышником. Поэтому в этой сумке будет, в принципе, лежать всегда камера. Крепеж для камеры. Коробка с безмотылками. Какая-нибудь перегородка будет поднята кверху, чтобы меньше толщины она была. И сооружена для стритфишинга похода по питерским набережным. В общем, вот такой вот обзорчик.